Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня проверим новый звук. Надеюсь, все будет хорошо. Так, сегодня у нас с вами очередная встреча в рамках сервиса сопровождения по торговой системе Bonsai. Сегодня мы с вами рассматриваем уже работу системы за весь месяц, за август. Сегодня 31 августа, завтра у нас День знаний. Конечно, нужно готовить детей к школе, но сегодня мы недолго, я надеюсь, будем на связи, поэтому большого урона в подготовке школьного года я надеюсь, наша встреча не нанесет. Итак, мы работаем с одним индикатором. Индикатор называется Ишимоку. На нем построена торговая система. Соответственно, работаем мы с торговыми терминалами Rumus и MetaTrader 4, а также LibertyX. И минимальный депозит для работы по торговой системе Bonsai это 10 тысяч долларов США. Это минимальный депозит. Оптимальный, я считаю, от 60 тысяч долларов США, 60-300 тысяч долларов США, примерно так. Чем больше депозит, тем больше денег вы зарабатываете. Поэтому не надо удивляться, что деньги делают деньги. И у кого их больше, те больше зарабатывают только за счет того, что они при тех же рисках, которые несем мы с вами на депозитах там 60-50 тысяч долларов, они зарабатывают с депозитом 300-500 тысяч долларов больше за счет того, что у них рабочий лот больше. Пропорционально риски также минимальны. Почему есть смысл торговать по торговой системе Bonsai? Давайте остановимся на достоинствах торговой системы. Торговая система имеет очень высокий профит фактор. У нас профит фактор доходит в реальной торговле вот по последней статистике до 1 к 3. То есть в 3 раза наша прибыль, или 3 к 1, прибыль в 3 раза превышает наши убытки, текущие даже убытки. Система очень устойчива, то есть за 10 лет успешной работы, она была формализована в 2005 году, система ни одного года не закончила с минусом. Ни одного, повторяю. Система очень эффективна даже на коротких трендах. Это мы с вами наблюдали и не раз. Буквально когда сделка открыта у нас 2-3 дня, мы берем какую-то прибыль небольшую, а затем рынок разворачивается, уходит в другую сторону, мы же с вами остаемся с прибылью или с паритетом. То есть она берет короткие тренды за счет контртрендовых сигналов. Система без всяких усилий и адаптации применяется на любых рынках, причем без ограничений. Любые рынки, где есть направленное движение цены, там работает система Bonsai. Но одно из важных, так сказать, преимуществ этой торговой системы против, допустим, систем, которые работают на более быстрых интервалах, это то, что трудозатраты на работу по ней минимальные, по сути, минимальные. Вам требуется 10-15 минут в сутки, чтобы выставить ордера в рынок, чтобы понять, что здесь что-то есть, есть какие-то сигналы. У вас дольше будет разогреваться компьютер, чем вы анализируете рынок, потому что система полностью формализована, понятна, эффективна, и не нужно бросать свой бизнес для того, чтобы заниматься торговлей на биржевых рынках. Вам достаточно идти по рынку с помощью нашего сервиса сопровождения или самостоятельно. Например, как, например, Михаил из Санкт-Петербурга, он так и делает. Ставит сигналы сам, просто сверяется с сигналами, которые поступают ему на почту. Может с ними соглашаться и не соглашаться, но для этого, дамы и господа, вы должны знать правила торговой системы Bonsai. У меня к вам такой вопрос. Неужели вы можете доверить свои деньги неизвестно чему? Я вам вообще советую никому не верить. Никому не верьте, абсолютно никому. Только проверяйте самостоятельно. Верьте только тем, кто вам помогает зарабатывать деньги. Мне тоже не верьте. Проверяйте то, что я говорю, но небольшими лотами на реальных счетах. А если уж совсем хотите большими, то на демо-счетах. Это, конечно, отчасти еще и шутка, но хочу вам сказать следующее. Если уж вы
подключились к сервису сопровождения бонсай, то будьте добры изучить правила торговой системы бонсай, тем более, что регламент, который расписывает все риски и все, что делается в сервисе сопровождения, пункт 4.2 впрямую об этом говорит, что вы должны и обязаны выучить правила торговой системы бонсай, чтобы не было вопросов типа такого, а что за номера на сигналах, это сколько, это номер сигнала в неделю или в месяц, или, например, что подозрение, что здесь торгует какой-то робот. Те, кто изучил правила торговой системы или хотя бы с ними познакомился, то понимают, что номера на сигналах это номера торговых сигналов в системе, они описаны в самих правилах. Их немного, их нетрудно запомнить, они, в общем-то, так сказать, разжевывают рыночную ситуацию, не более того. А номера ставятся для того, чтобы долго не объяснять, что такое сейчас на рынке творится. Поэтому это один вопрос. Другой вопрос по поводу роботов. Мы торгуем раз в сутки. Раз в сутки никакие роботы не нужны. Вы получаете от меня сигналы, выставляете ордера в рынок, и мы идем с вами по рынке все вместе. Сегодня у нас интересная ситуация. С утра нарисовалась. Я сегодня сигнал отдал очень рано. И у меня позиции практически все открыты. У вас, скорее всего, основная часть позиций не открыта. Поэтому мы сегодня на этом моменте остановимся. Но еще раз хочу вам сказать. Уж если вы подключили сервис сопровождения или рассматриваете такую возможность, я вам советую изучить правила, разобраться во всех нюансах, разобраться в работе всех терминалов, выбрать себе полюбившийся. Хочу вам сразу сказать, что те лоты, которые вы получаете для работы в терминале Libertex, они рассчитываются через специальный калькулятор, чтобы привести в соответствие сделки в МТ-4 к Libertex. То есть, грубо говоря, чтобы ваши риски совпадали с тем, что есть в МТ-4, и стоимость пункта была одинаковая. Поэтому смотреть на те параметры нужно, так сказать, с этой точки зрения. То есть там, казалось бы, все правила управления капиталом нарушены, то есть иногда риски достигают почти 100% инвестиций. На самом деле, еще раз повторяю, $30 000 рассчитывается цена в Libertex только для того, чтобы привести в соответствие позиции в МТ-4 и Libertex. То есть все должно быть одинаково. Поэтому обращаю ваше внимание, что это такая величина расчетная, и все лоты рабочие, точки входа, все описаны в рекомендациях для МТ-4. В Libertex, к сожалению, сейчас пока функционал не позволяет делать то же самое, что и в МТ-4. То есть там другая идеология, там он хороший, легкий терминал для тех, кто начинает, для тех, кто инвестирует. Для профессиональной торговли, конечно же, МТ-4 и Румус. Вопрос от Олега. Пороговый вход для подписчиков можно изменить до $5000 США. Может быть, их станет больше. Так. Кого? Подписчиков или денег? Денег станет больше, уверяю вас. Сейчас идет акция. $5000 это временный интервал временной, когда с 5000 можно подключиться к сервису Бонсай, потому что сервис Бонсай это самый информационно насыщенный сервис. Вы, подключаясь к нему, получаете массу дополнительной информации. Поэтому, когда вы, еще раз повторяю, подключаетесь к сервису и не используете эту возможность, это слегка странно. То есть правила вы можете изучить, а еще набраться уверенности, что система работает хорошо, изучив все материалы на сайте. Есть профи-курс «Индикаторы шумовых костного торговой системы». Там есть мощнейшая поддержка информационной этой системы. Эта система первая была включена в сервис сопровождения, поэтому это старейшая система, поэтому по ней очень много информации. Что касается входного порога, то сейчас еще раз повторю, акция 5000 сейчас можно сделать. Вообще $10000 США, уверяю вас, будет в скором будущем. То есть, поэтому спешите, если кто не присоединился на постоянный доступ, лучше это сделать сейчас. Так, у Михаила вопрос. Если цена ушла и стоп-ордер не поставить, и лимитный тоже нет возможности поставить, то можно ли поставить ордер стоп-ордер по минимально возможной цене? Можно так пойти по этому пути, но в этом случае стоп-ордер будет невыгоден.
Лучше, может быть, поставить лимитный ордер по более выгодной цене. Или же, как я делаю, я иногда задерживаю отправку сигналов до 40 минут, до часа, только потому что жду момента, когда можно выставить или лимитный ордер, или же ордер стоп для продолжения хода. То есть это такой нюанс в рынке, когда у нас цена находится в точке открытия. Сегодня была такая ситуация по кросс-курсу, мы об этом еще поговорим. Итак, подводя небольшой итог к началу нашей встречи, то есть к вводной части нашей встречи, хочу еще раз вас призвать, когда вы входите в воду, изучайте правила, как переплыть этот брод или, по крайней мере, держаться со всеми на плаву, чтобы не получать разочарования от рынка. Те, кто работает с нами по торговой системе Бонсай, имеют следующую картину на своем депозите. Обратите внимание. 3 года 9 месяцев, включая по текущее число, и сейчас на текущий момент у нас именно такой депозит и есть. На моем счете, я имею в виду, те, кто работает со мной уже год-два, у них окончание этой кривой тоже на их депозите отражается. Вы видите, 241% и 19 сотых было получено прибыли за эти 3 года 9 месяцев. Начальный депозит был 10 тысяч долларов США. Сейчас депозит 34 119 долларов 54 цента. Это для информации. Поэтому советую вам работать вместе с нами. Милости прошу. Система не подводила, и мы вас не подведем. Итак, переходим к евро. Так. Мы Фарид и Лина идем сейчас четко по торговым инструментам. И, конечно же, все это оговорим. Начинаем с евро. По евро у нас сигнала нет. Вы видите, что 4 дня рынок падал. В понедельник был рывок вверх. Поэтому мы ждали отката. Откат продолжится до пятницы включительно. На текущий момент по евро ситуация следующая. Строится разворотная свеча, но тень направлена вверх. Тень направлена вверх, поэтому пока разворотная свеча нам не дает возможность выставить завтра ордер. Почему так? Я сейчас поясню. Перейдя к другому инструменту, к другим инструментам, кросс-курсам. Там ситуация слегка другая, и я объясню, почему сегодняшние сигналы были взяты в работу. По евро пока ждем. У нас зафиксированный убыток по евро за август месяц 64 пункта. Было открыто две позиции. Одна позиция закрыта в паритет перед самым движением вверх. То есть мы увернулись от стоп-лосса. А вот от первого стоп-лосса в этом месяце не увернулись, но всего 64 пункта получили. Так. Сегодня, кстати, обратите внимание, в письме у вас красным шрифтом выделено, что делать, если цена ушла от точки входа, и вам нужно выставлять ордер. То есть, как принимать решение. Рыночным ордером я не советую входить в рынок, а вот отложенный ордер нужно сменить на лимитный ордер, если цена ушла уже в нашу сторону. Если не ушла, откатилась, например, как сегодня по курсу, по индексам, я чувствую с утра, не у всех открыта позиция, потому что цена как раз откатилась, открыв позицию ночью. Ну, по крайней мере, на моем счете. Итак, по евро ждем. Результат минус 64 пункта. Иена в августе сделок не проводилось. У нас мы видим падение рынка после затяжного бокового движения. Здесь мы наблюдаем сейчас откат до линии Тенкан и Киджун. На текущий момент у нас формируется разворотная свеча, но молот, чистый черный молот без верхней тени, свеча, которая вполне возможно можно взять даже как вторую разворотную свечу подряд, потому что в пятницу была свеча белое эскимо. Надо будет завтра подумать, брать этот сигнал в работу или нет, если он будет так сформирован в таком виде. Ясно, что после молота нужно ждать откат продолжения хода, то есть продолжения отбоя. И, скорее всего, его и подождем. Что касается этой валюты, сейчас пока ждем, наблюдаем за ситуацией. Новозеландский доллар в августе открывал нам вернее, дал возможность открыть одну позицию, и ту не
Удачно. То есть вот здесь как раз отбой от линии Киджун был такой, так свеча, такой узкий молот или же похожий на стрекозу сигнал, после которого ждали подтверждения. Подтверждения дождались, а потом рынок нас обманул, в кавычках, да? То есть вот китайский подарок, вы помните, эта девальвация юаня вывела вверх новозеландский доллар, мы получили убытки, затем все равно новозеландский доллар вернулся на уровне ниже, чем наша точка входа, но рынок уже отработал, мы уже свое получили. Поэтому минус 127 пунктов по этому инструменту мы имеем. Что говорить о текущей цене, о текущей ситуации. Сейчас рынок идет вниз. Вообще формально здесь был сигнал. Сигнал был, обратите внимание, какой. То есть у нас с вами был сигнал отбой от линии Киджун или от средней с параметром 1. Вот эта черная свеча, это и есть подтверждение отбоя. Причем вот такой проникающие линии, такие мощные, перекрыли вообще все боковое движение. Но обратите внимание на нижнюю тень. Причем это реальная нижняя тень, то есть это не технический сбой в котировках, в поставках ликвидности. Посмотрите, у нас нижняя тень задает нам чересчур большой стоп-лосс. То есть здесь это явно не рабочий сигнал. Поэтому мы подождали, получили боковое движение, и на текущий момент у нас рынок пытается уйти ниже линии Тенкан. То есть здесь сейчас строится черная свеча, но она для нас, по-моему, все-таки не сигнальная. Из бокового движения такой выход брать в работу трудновато. То есть, если даже пойдут без нас вниз, дождемся отката, с которого будем уже рассматривать точку входа. Пока переходим к евро-австралийский доллар. Евро-австралийский доллар. Откат был 4 дня, как и по евро. Вниз дошли до линии Киджун. Разворотная свеча здесь была. Евро-австралийский доллар. И сегодняшнюю ситуацию я в сегодняшней ситуации я взял эту разворотную свечу в работу. Почему я взял свечу, которая показывает нам, что нужно подтверждение после этой свечи? Во-первых, небольшой стоп-лосс. Во-вторых, было замечено мной, что на инструментах, у которых высокая волатильность, а это кросс-курсы, это фондовые индексы, у которых волатильность еще выше, чем у кросс-курсов. Если они строят вот такие свечи, то есть небольшие, требующие как бы подтверждения, то часто, очень часто рынок уходит, давая нам подтверждение практически на половину хода. То есть это будет резкое движение вверх, вернее, иногда бывает резкое движение вверх, после которого входить поздно. Поэтому с учетом того, что у нас был достаточно хороший месяц, об этом еще впереди, с учетом того, что стоп-лоссы небольшие, и с учетом того, что на волатильных инструментах отрабатывает часто вот такое явление наблюдается, я решил сегодня взять все сигналы разворотные, которые требуют подтверждения из-за того, что тень направлена в сторону разворота. Но свечи однозначно разворотные. То есть это свечные сигналы на разворот. Не дожидаясь подтверждения, выставил ордера в рынок. У нас сейчас, обратите внимание, рынок подрастает по курсу. Евро-австралийский доллар подходит к точке открытия. Это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд, потому что до 15.30, если будет рост, он может еще и не подтвердиться американским рынком. Тем не менее, рост идет, и по этому курсу у нас рынок подбирается к точке открытия. Ждем. А что касается результата за август, в августе было получено плюс 344 пункта. Вот на этом движении, это движение мы с вами взяли. Не всю, половину движения взяли, потому что выставили тейк-профиты. Я уже говорил, я всегда говорю на курсах, что тейк-профит это прибыль, это ордер, который ограничивает прибыль. Сейчас мы это дело прочувствовали полностью. Тейк-профит ограничил прибыль. Если бы он не был выставлен в рынок, прибыль могла быть, вероятно, выше. Но что взяли, то взяли, и то хорошо взяли. 344 пункта прибыли по евро-австралийскому доллару. По фунту австралийцев сделок не проводилось в августе. Сегодняшняя ситуация, обращаю ваше внимание, такая же, как по евро-австралийцу. То есть я сегодня взял
в работу сигнал, который требует подтверждения, еще раз повторяю, из-за того, что диспропорция в тенях предыдущей свечи за пятницу в сторону верхней тени, то есть в сторону отбоя уже была попытка уйти. Но вы видите, с утра была открыта позиция, причем по лимитному ордеру. Рынок уже стоял выше точки входа, я выставил лимитный ордер, мне открыла позицию буквально там через 5-10 минут, пока я готовил письмо к рассылке. У нас сейчас открыта позиция, у нас плюс по позиции, ну, у меня вот $87.14 на текущий момент, то есть практически в точке входа, но тем не менее мы сейчас пока эту позицию имеем в плюсе. Соответственно, ждем развития событий, что покажет нам эта сделка, неизвестно, будем ждать американцев. Американцы уже через 9 минут выйдут на рынок, и будет уже у нас в текущей встрече уже будет что-то понятно. Австралиец, новозеландский доллар. Здесь вы видите после отмашки вверх, вот на этом резком ускорении вверх с этими китайскими новостями, у нас сбилась техническая картина рынка, и все пошло в бок. Все идет в бок. На текущий момент у нас этот кросс-курс растет так же, как и предыдущие кросс-курсы. То есть австралийский доллар у нас сегодня падает. Новозеландский доллар тоже падает, но австралиец падает, получается, более медленно, чем новозеландский. Поэтому кросс-курс австралийский и новозеландский доллар растет. Сейчас есть заявка на пробой средний с параметром 1. Обратите внимание, насколько эффективна работа с линией Чинкоу-Успан, вот с этой черной линией. Она показывает нам точку закрытия дня. И вот эта тень, никакого влияния на саму, на линию Чинкоу-Успана, соответственно, на среднюю с параметром 1, не оказала. Поэтому пробой средней с параметром 1, или же отбой от нее, в зависимости от того, что будет, что нам покажет рынок, мы можем смело брать в работу. Но результат по этому курсу минус 122 пункта. Один раз мы увернулись от стоп-лосса, защитив часть прибыли, то есть свопы, чтобы отбить. Второй раз не удалось. То есть у нас слишком быстро рынок упал, как раз на тех событиях, о которых мы с вами говорили. И 128 пунктов мы потеряли. Золото. По золоту ситуация следующая. Мы стояли в короткой позиции, и в пятницу нам закрыла позицию. И здесь я сделал первый. Сначала я передвинул ордер ближе к текущему рынку, но потом посчитал, что все-таки вот это замедление на уровне линии Киджун после резкого ускорения на основном таких страхах, то есть здесь была паника на рынке, и золото закупили. А вообще тренд по золоту вниз. Поэтому здесь этот сигнал может быть еще ложным по золоту вверх, я имею в виду. Но тем не менее верхняя тень в пятницу выбила нам даже, то есть далеко стоящий наш стоп-трейд. И мы получили прибыль в 1000 пунктов. Но перед этим были два неудачных сигнала. Мы в итоге зафиксировали убыток в этом месяце 3031 пункт. Страшная цифра, но в деньгах это немного. Если соблюдать правила управления капиталом. Итак, у нас сейчас нет открытой позиции, мы сейчас смотрим в рынок. Я не стал брать в работу по вышеуказанным причинам сигнал отбоя от линии Киджун. После того, как закрыла позицию, можно было поставить лимитный ордер, и мы были бы уже в рынке. Но еще раз повторяю, то есть тренд глобальный вниз, и этот сигнал может быть ложным, тем более рынок так увяз на этой линии Киджун. По крайней мере, на текущий момент такая ситуация складывается. И сейчас строится черная свеча, если вы посмотрите на график цены. То же самое строится черная свеча и по следующему инструменту, по серебру. Но по серебру интересная ситуация. Серебро, в отличие от кросс-курсов, хоть и волатильность бывает высока, часто залегает в боковые движения. Это достаточно тяжелый инструмент по стоимости пункта. Соответственно, мы здесь вот эти вот свечи, в данном случае длинные тени у этого волчка, я решил подождать подтверждения. Сегодня строится подтверждение, то есть черная свеча, вполне возможно, что эта свеча нам даст подтверждение. То есть если она будет черного цвета, то волчок мы возьмем в качестве рабочего сигнала.
У нас было уже по серебру такая ситуация, когда мы брали свечу предыдущую в работу, когда получали подтверждение на свече, закрывшейся вчера. Обратите на это внимание и будьте готовы, что мы вполне возможно, что выставим ордера под вот эту свечу. Что касается золота, то по золоту сигнал мог быть взят на свече, максимум который был 1129 долларов 34 цента, то есть сигнал 1130-34 на покупку мог бы взять отбой от линейки Джун. Почему не взяли, я уже объяснил. Так, серебро. С серебром все понятно. Она нам принесла, в отличие от золота, один раз разочарование и ничего по прибыли. 652 пункта было потеряно. Но это впрямую 652 доллара при лоте 0,2. Это, я еще раз говорю, это тяжелый инструмент в части классического такого выражения тяжелая валюта или тяжелый инструмент. Это, стоимость пункта здесь высока. Нефть Brent. По нефти Brent у нас был отменен сигнал на продолжение хода с уровня 42.16. Я думаю, что вы не расстраиваетесь, что мы не вошли в рынок по этому сигналу. Потому что всем очевидно, что после такого рывка вверх, скорее всего, будет ход вниз. И когда рынок дошел в пятницу до линейки Джун, это хорошо. То есть по нефти Brent у нас сейчас строится харами, черная, почти классическая, почти на середине белой свечи, черного цвета свеча, которая говорит о том, что завтра мы, возможно, будем уже входить в рынок на продажу этого актива. То есть рост нефти может закончиться, и аналитики еще ждут касания минимумов предыдущих лет, то есть 36 долларов за баррель, 36-35 долларов. Вот если будет разворотный сигнал, а посмотрите, точка входа будет почти там, где мы с вами фиксировали прибыль, ну, может быть, чуть меньше, чуть ниже, то есть мы можем присоединиться в хорошей точке к падению цены на нефть. Если она будет падать, конечно, рынок нам все покажет. Ну а пока хочу вам напомнить, что у нас отличный результат был по нефти. 882 пункта. Мы позицию, открытую еще в июле, закрыли по тейк-профиту в августе. И потом можно было чуть-чуть пожалеть, что она была подержать до 45 пунктов, или до 45, до 44 долларов за баррель. Ну, если бы до кабы, сами понимаете, у нас таких это не проходит, поэтому лучше мы возьмем то, что рынок дает, а потом посмотрим новые сигналы. Но, к сожалению, вот на этом падении ни одного сигнала не было. Посмотрите, ни одной белой свечи. Малейшая бы коррекция рынка, вот можно было вот на этой свече, так сказать, порисковать войти в рынок, как вроде как откат. Но я решил дождаться все-таки белой свечи, и рынок упал без нас. Ну, бог с ним. В следующий раз мы возьмем другое движение. А нефть Brent нам дарит их достаточно. Натуральный газ. По натуральному газу сейчас сигнал. Сигнала нет, скажем так. На закрытии пятницы никакого сигнала нет. Здесь есть мертвый крест. Парад линии здесь. А парад линии есть. Парад линии есть, потому что черная свеча оторвалась от линии Тенкан, а Киджун уже был вне облака. Поэтому в четверг был уже парад линии. Откат до линии Киджун мы должны ждать сейчас отбоя вниз. Если посмотрим на текущую ситуацию, то сейчас уже отбой случился. Как вы видите, гэп достаточно большой на всю свечу. И сейчас строится черная свеча. Что это? Отбой от линии Тенкан. Это сигнал для входа в рынок. Я считаю, что нет. Возврат в боковое движение и вообще открываться сейчас вниз с тех уровней, от которых постоянно отбивается цена на газ, это было бы нерационально, на мой взгляд. То есть, тем более, что сигнала сегодня нет. Рынок вошел вновь в боковое движение, из которого вышел вверх до линии ТНК. Поэтому ждем. Рынок сейчас находится на нижней границе этого бокового движения. Ничего не предпринимаем. Завтра, скорее всего, сигнала не будет, если уж не будет какого-то резкого ускорения цены вверх, допустим. Но с другой стороны, тоже пробой линии ТНК, у нас нет такого сигнала в системе. Пробой средний с параметром 1 есть,
А Тенкан не пробивается. Мы будем ждать опять нового сигнала. Пока ситуация здесь размытая, неопределенная. По газу ждем. Зафиксированный убыток был 69 пунктов, к сожалению. Но от стоп-лоссов мы уворачивались с вами. Вернее так, у нас нам не давали заработать. У нас срабатывал стоп-трейд. Когда вот на этой свече длинная тень вниз выбила нам ордер паритет, и рынок ушел вверх, мы могли здесь что-то заработать, но рынок нам этого не дал сделать. Но заработаем в следующий раз. Ждем. Так, индекс Dow Jones. Вот эту ситуацию я вам хотел показать. То есть обратите внимание, вот здесь мы вошли в рынок и взяли половину этого хода, обрезав нашу прибыль и профитом. Но взяли и вошли на очень маленькой свече, которая вызывала тоже сомнения в свое время. Я выставил здесь ордер. На текущий момент у меня открыта позиция по индексу Dow Jones. Сейчас убытки небольшие. И обратите внимание, сейчас рынок постоянно пытается уйти ниже, и хорошо. И еще один критерий, по которому я сегодня рискнул выставить эти ордера, я уже его называл, это небольшие стоп-лоссы. На индексах это редкое явление. Вы сами видите, что волатильность достаточно высокая, и стоп-лоссы приходится выставлять большие. В данном случае мы рискуем немногим в надежде взять хороший ход. Какой ход мы можем здесь надеяться взять? Если вы посмотрите историю, то после резких падений индексы, как правило, подтверждают дно. То есть первая цель – это тот уровень, до которого уже доходил индекс 4 дня назад. Поэтому согласитесь, вот то, что мы не добрали, мы можем добрать в этот раз, если нам рынок сейчас вновь будет подтверждать то дно, до которого достиг. Если повезет, то пролетят еще и дальше. Потому что, еще раз повторяю, программа количественного, как уже не раз говорил, программа количественного смягчения США сворачивается. В сентябре уже никто не сомневается, что ставки будут подняты ФРС США. Вопрос только насколько. И на этом фоне плюс еще замедление экономики Китая, который все больше замедляется. То есть рост в 6% для Китая, в 6 или меньше, для Китая это маленький рост. Обратите внимание, у нас тут бьются за 2-3%. Чтобы рост ВВП был, а у них 6% это маловато будет. Поэтому на этом фоне падение индексов США было предопределено. Мы его долго-долго ждали, вот на этом затяжном движении просто уже нервы начали не выдерживать. То есть после первого же хода выставили take profit. Но бог с ним, это уже дело прошлое. На текущий момент позиция открыта. У нас 695 пунктов было зафиксировано. Прибыль была зафиксирована, это уже хорошие деньги, в отличие от 3000 пунктов по золоту. Там деньги значительно меньше были потеряны. Переходим к индексу S&P 500. Ситуация такая же. Зеркально ходят практически эти индексы с разной волатильностью. Индекс S&P 500 чуть полегче стоимость пункта, чем у Dow Jones. Но по Dow Jones объемы торгов ниже, чем по S&P 500. И по S&P 500 у меня также открытая позиция. Также я жду, что рынок упадет. И также небольшой стоп-лосс. А вот в прошлом месяце мы с вами зафиксировали 8050 пунктов. В то время как, помните, там 600 с лишним пунктов по Dow Jones, 8000 по S&P 500. По индексу NASDAQ будет совсем другая цифра. Но на текущий момент мы ждем, что рынок вновь хотя бы сходит туда, где ходили. Переходим к индексу NASDAQ. По индексу NASDAQ ситуация сейчас разворачивается, то есть у него в большей мере он стоит выше точки входа, чем предыдущие два индекса, и приносит большую часть текущей убытки, к сожалению. Ну что делать? Пока терпим, да, открытые позиции, у кого не открытые, а те в более выигрышные позиции. То есть, если рынок сейчас не пойдет вниз, то у них просто не будет убытков. У нас, у тех, кто открыта позиция, все может быть, но стоп-лоссы небольшие. И плюс 20 тысяч пунктов NASDAQ принес нам за предыдущий месяц.
причем было открыто несколько позиций нулевой, по паритету была закрыта позиция вверх. Вы видите, что это было сделано правильно. После бокового движения рынок просто рухнул, а мы уже были в рынке. То есть вот, вот этот масштаб движения показывает, насколько далеко рынок ушел. Потому что когда мы с вами смотрели вот это, кажущееся сейчас боковым движение, вот эти движения было волнообразное, и ходы казались большие. На самом деле вот настоящие ходы по американским фондовым индексам. И сейчас мы стоим в позиции, и у меня позиция открыта, ждем продолжения этого шоу. Пойдут они, не пойдут, посмотрим. Но здесь надо быть осторожным. Вполне возможно, что очень быстро мы выставим, защитим депозит, если это будет возможно. Все будет, все покажет нам текущий день, как закроется позиция сегодня. Что касается индекса NASDAQ, я сегодня в первом письме, так сказать, его поторопился отправить, чтобы выставлялись ордера, а затем выслал вам дополнение, потому что оно уже, так сказать, не критично было по времени, потому что Европа, как вы знаете, начинает свою работу, Европа начинает значительно позже, чем Америка, чем Азия, Азия, Тихоокеанский регион. Америка-то сейчас только начинает, имеется в виду США. Что касается индекса DAX, то мы с вами выставили ордера и по этому индексу на этой свече. Я уже говорил, почему я взял эти сигналы в работу, повторяться не буду. У нас стоят сейчас ордера, и у всех, я предполагаю, открыта уже позиция по DAX. То есть DAX открылся с гэпом вниз, открыл нам позицию. Кстати, позиция открыта по ровно там, где мы и планировали, да, то есть 10180.5. У нас позиция открыта. По DAX-у сигнал был выраженный, тут вопросов нет. Другое дело, что вид разворотной свечи, вот этот момент, но я объяснял, почему и как. Поэтому сегодняшняя динамика сигнала, пусть вас не расстраивает, Лина, это типичная вещь на открытии рынка. Я не знаю, как у вас, но у меня на реальных счетах в 90% случаев после открытия рынок идет в минус. А на демо-счетах всегда в плюс. Ну что тут сделаешь? Это такой рынок, так к нам подкрадываются настоящие деньги. Поэтому не переживайте. Сейчас гэп вниз. Есть надежда на то, что этот гэп подтвердит предыдущую динамику движения цены. Обратите внимание, как две недели назад, вернее, на позапрошлой неделе рынок падал. Вот с гэпом вниз. Причем эти гэпы формируются сразу на открытии. А видите, верхние тени свечей. Вот на этом, допустим, у нас в пятницу, позапрошлую пятницу, обратите внимание, вот на этой тени свечи долго рынок строил нам белую свечу и на закрытии построил черную. Поэтому сегодня построена белая свеча. Динамика рынка, это даже хорошо, что у нас есть верхняя тень. Если бы ее не было сейчас, то было бы уже тревожно, потому что рынок не отработал вот это от начала работы торгового дня. То есть те, кто жадный, не смог открыться лучше, чем на открытии. И вполне возможно, что попытались бы это сделать на Европе, то есть пойти еще выше. В этом случае могли сходить уже на наш стоп-лосс, так как гэп открыл нам практически позицию. Поэтому, на мой взгляд, динамика сейчас нормальная. Рабочая абсолютно. Еще раз хочу вам сказать, что, дамы и господа, нет одних праздников на рынке биржевом. Ни на биржевом, ни на рынке Форекс. Есть закон зебры. Просто в нашем случае вот эти черные полоски, они гораздо меньше, чем белые. И соотношение белых к черным, еще раз повторяю, доходит в реальной торговле до 3:1. Что касается изучения Александра торговой системы Бонсай на основе индикатора Шимоку или самого индикатора, то у вас есть все возможности. Вы подключаетесь к базовому, к постоянному, допустим, получаете постоянное подключение к сервису Бонсай, у вас будет доступ на форумы
и на сам курс, индикаторы ШМОК, основы торговой системы. Сейчас, когда если вы подключены к демо, у вас демо доступ, и у вас есть сейчас возможность получать сигналы, у вас есть возможность на сайте Академии познакомиться с информацией о индикаторе ШМОК. Есть еще у нас книга «Индикаторы ШМОК к основе торговой системы». Эта книга посвящена чисто индикатору. Там не о системе бонсай. Это индикаторы ШМОК. Разбирается классические его сигналы, как с ним работать, на что смотреть. Написал ее мой друг и соратник Андрей Юрьевич Терехов. А также в филиалах вы можете еще застать диски, DVD-диски с торговой системой бонсай. Этот диск называется «Я автор», а называется он «Торговая система на основе индикатора Шимоку». Когда он записывался 10 лет назад, у системы еще не было названия бонсай. Ну вот видите, Фарид вам подсказывает. Так оно и есть. Но я вам настоятельно советую всем активней обращайтесь со своим персональным менеджером. Все вопросы, непонятности, они вам с удовольствием объяснят. Уверяю вас, если вы обращаетесь с конструктивом или за помощью в филиал, филиал только рад будет вам помочь. Тем более, что в очном контакте вам помогут реально сразу же в компьютере научить вас работать с тем или иным торговым терминалом. Сразу вам показать, как выставляются ордера. Помочь заключить первую сделку, выставить, например, ордера утром и подъедете в филиал. Или в середине дня, когда еще ордер не сработал, допустим, выставленный в рынок, как сегодня у нас есть такая возможность потренироваться на кросс-курсе евро-австралийский доллар. Посмотрите, еще позиция не открыта, и вы могли еще в филиале побывать, и спокойно вам менеджер у вас персональный мог помочь выставить ордер в рынок. Обращайтесь, не стесняйтесь, вам всегда помогут с радостью. И в части изучения самой торговой системы и индикатора Ишимоку, и в части практического применения рекомендаций, те, которые приходят вам в письмах от меня. Напоминаю вам, что если есть необходимость, то вам выделят время аналитика филиала, который вам уже подробно может провести даже учебный курс на часа полтора, на два по торговой системе бонсай. Пользуйтесь этой возможностью, не упускайте, потому что когда вы предупреждены, вы вооружены, а когда вы, как есть такая поговорка, сила в знаниях, да, а знание это сила, а сила в знаниях, поэтому стремитесь к знаниям, и вы будете всегда на высоте. А сейчас обратите внимание на результаты работы торговой системы Бонсай в августе месяце. Сплошные красные поля. Ужас. Ужас. Посмотрите. У нас 7 стоп-лоссов. У нас были открыты по 8 позиций в рынке одновременно, 6 из которых были защищены. У нас никогда не было 8 паритетов подряд. У нас были паритеты, у нас были небольшие убытки, у нас были прибыли. А теперь посмотрите, посчитайте, сколько прибыльных позиции сейчас в этой итоговой таблице. То есть у нас 7 инструментов закрыты в минус и 5 инструментов закрыты в плюс. И тем не менее мы, как говорится, в шоколаде. Посмотрите, у нас эта кривая доходности выросла еще до нового исторического максимума. 2798 долларов 62 цента – это прирост моего депозита. Вашего депозита мог быть такой же или больше. Почему больше? Потому что вы при своих депозитах – это ваши деньги. Ведь я же торгую кредитным плечом специальным, практически минимальным – 1,2, 1,3. Вы можете торговать плечом 1,5, только беря на себя риск, что просадка может быть не 25%, как написано в регламенте, а процентов 40, например. Но если вы на это идете, то ваша прибыль будет более стремительно расти на прибыльных сделках. Но вы должны быть готовы ко всему этому. Правилами управления капиталом шутить нельзя. Поэтому обратитесь еще раз, вам напоминаю, к персональному менеджеру, который вас научит их правильно применять и правильно ими пользоваться.
вкладываться. Если нужна будет помощь аналитика, то аналитик филиала подключится к этому процессу. Так. Лина, что касается инвестиционной идеи в Apple, то это не по теме сегодняшней нашей встречи. Мы по акции Apple не торгуем. Акция Apple для нас, так сказать, не рабочий инструмент. Мы можем ее просто для интереса, например, Apple Incorporation, можем загрузить сейчас на сайт, в смысле в программе. Так. И посмотреть на дневной график этого инструмента. У нас сейчас намечается, то есть дневной график акций Apple, это небольшое боковое движение, рост. Так. Если говорить о индикаторе Ишимоку, то здесь сейчас также сигналов нет, нужно ждать подтверждения отбоя от линии Кейджун. Говорить о идее я не готов. Я имею в виду, что работать с этой идеей можно. И, на мой взгляд, нужно прислушаться к рекомендациям моих коллег, потому что они работают на основе фундаментального анализа. И сейчас, как вы знаете, что в сентябре традиционный релиз новых устройств Apple будет проведен. Если будет новый iPhone презентован и рынок его хорошо примет, то сейчас как раз самое время покупать, конечно, акции. Если примет плохо, то продавать. Но кто же знает, как примет рынок и какую модель Apple выбросит на рынок. Тем более, что Apple обычно за 7 печатями держит характеристики новых устройств и их вид. Поэтому в этом случае ориентируйтесь на советы моих коллег. То есть они проработали этот вопрос досконально. Вполне возможно, что все будет так, как они предсказывают. Лина, результат очевиден, это что? Это для кого был вопрос? Это Михаилу вы спрашивали, я так понимаю. Отбой, хорошо. Да, почти 10, Константин, процентов к депозиту. Почти 10% к депозиту за один месяц. Я вам хочу сказать, что одну такую историю, причем история это абсолютно новейшая. Я был с 11 по 15 августа в Нижнем Новгороде, проводил курсы. И после моих курсов Надежда, одна женщина, подключилась к сервису Бонсай. Я уехал из Нижнего Новгорода, и на следующей неделе мы с вами зафиксировали прибыли, которые вывели ее депозит на новый уровень. То есть она прибавила за одну только неделю 24% к депозиту. Ясно, что она пропустила наши неудачи в начале месяца и подключилась в нужный момент, в нужное время. Но хочу вам сказать, что все, кто был подключен, получили то же самое. И их кривая доходности, на мой взгляд, обязана была вырасти так же, как и та, которую вы видите на своих экранах. У нас сегодня достаточно хороший результат. Мы еще после этого результата не разочаровались. Текущие убытки по всем открытым позициям у меня всего 132 доллара США. При всем при том, что 140 долларов 59 центов уже приносит один кросс-курс. Второй кросс-курс, который вот-вот откроет позицию, может также уйти вверх, как и первый. Но посмотрим. Если не откроет позицию, ну посмотрим, что будет дальше. Поэтому, еще раз повторяю, чем раньше вы начинаете торговать в рынке, тем раньше вы получаете результаты. Прежде чем торговать в рынке, нужно пополнить свой багаж знаний, познакомиться хотя бы с тем, что вам предлагают. И я считаю, что это критическое условие. Нельзя входить в воду, если не знаешь броду. Да? То есть, не зная броду, не суйся в воду. Это русская пословица, применима везде и всегда. Я думаю, что у всех народов есть подобные пословицы, поэтому советую вам изучать, знакомиться, активнее задавать вопросы. А еще хотел бы я вас спросить, есть ли среди нас тот, кто ни разу
или хотя бы один раз получил, не получил ответ, исчерпывающий на свой вопрос, который он задавал здесь или в форуме, который, кстати, вам всем доступен. Форум на сайте Академии, где вы можете мне задавать вопросы ежедневно. Я на них отвечаю. Есть ли среди нас такие, кто задавал вопрос и не получил от меня исчерпывающий ответ? Кто-то пишет. Пока я хочу вам напомнить, что подключаюсь к сервису сопровождения. Спасибо, Михаил. Мы с вами, кстати, чаще всех, наверное, встречаемся. В закрытом разделе вы получаете доступ на сайте Академии и получаете возможность, как я уже говорил, задавать вопросы в форумах Академии. Там я ежедневно проверяю ваши вопросы, ежедневно на них отвечаю. Ну, если только я не в разъездах, то, может быть, с небольшим опозданием. Это может быть на один день там, или на несколько часов. Также сигналы вам поступают каждое утро с 7 до 9 часов Москвы. Это стандартная отправка сигналов. Но сегодня, например, было в 4 утра к вам пришел сигнал по Москве. У меня просто был такой режим. Я был немного в дороге, и поэтому ночью смог выдать сигнал. Когда я в командировке, например, на Дальнем Востоке, вам всегда будут приходить сигналы, допустим, там в 2-3 часа ночи по Москве. Но стандартная поставка сигнала в 7 до 9 утра. Мы работаем на дневных свечах, поэтому это задержка после закрытия суток, как правило, ничего не значит для нас. Мы спокойно выставляем на тени дневных свечей ордера и ждем отработки этих сигналов рынком. Поэтому все эти сигналы поступают к вам в письме, вот в таком примерном виде. Расписана точная точка входа, уровень стоп-лосса, или же рекомендации по сопровождению уже открытых позиций с иллюстрацией. Как подключиться к сервису сопровождения? Нужно открыть торговый счет, конечно же, пополнить его на 10 тысяч долларов США и выше. Сейчас идет акция, поэтому ориентируемся все-таки на 10 тысяч долларов США. Ознакомиться нужно с регламентом сервиса. Согласовать серию консультаций по работе с сервисом. Это то, о чем я вам говорил, работа с персональным менеджером, с аналитиком филиала. И вас подключат к сервису сопровождения. Ваша электронная почта попадет в список для рассылки. Будете каждый день получать от меня сигналы. Михаил, пока я не планирую курсов в питерском филиале, хотя вполне возможно, что в сентябре они и пройдут. Директору филиала, менеджером филиала. Сейчас новый аналитик в филиале в питерском. Его можно поздравить. Это Константин Чистяков. Он вернулся нам с Дальнего Востока, переехал в Петербург. И теперь будет аналитиком питерского филиала. Еще вопросы, дамы и господа. Если вопросов нет, я благодарю вас за участие в нашей встрече. Сегодня мы подвели итоги за август месяц. Итоги хороши. Будем надеяться, что осень принесет нам лучшие еще даже результаты, чем мы получили летом. Лето, обращаю ваше внимание, это традиционно такой сонный период, и прибыли там обычно небольшие. В данном случае мы опровергли это наблюдение, и лето нам принесло прибыль. На этом все. Спасибо большое. Всего доброго. Удачи нам всем. Встречаемся в следующий понедельник в 15 часов по Москве. Будем говорить уже о работе торговой системы.